Уважаемый Владимир Владимирович, к вам за помощью обращаются жители города Саратова, чьих детей оставили без качественного и доступного медицинского обслуживания, закрыв в рамках реорганизации детскую инфекционную больницу номер 6, в которой поступали дети от рождения и до 3 месяцев не только со всего города, но и области. Это уникальная в своем роде больница, которая работала более 100 лет, которая имела коллектив специалистов с 4-цеховым стажем работы. Именно с возрастной категории таких детей. Также эта больница была недавно отремонтирована. В ее ремонт и оборудование были вложены большие бюджетные средства. Эта же реорганизация породила еще одну глобальную проблему для порядка 5000 детей, лишив их поликлинического отделения больницы, в которой мы получали медицинскую помощь в полном объеме, в разумные сроки, которая была оборудована современной аппаратурой, собственной лабораторией, физиотерапевтическим отделением, в котором была доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Хотим сказать, что в нашем городе в целом складывается ужасающая ситуация с детским здравоохранением. Только за последнее время было закрыто 3 детских больницы, которые принимали детей от рождения и первых месяцев жизни. При этом все здания больниц находятся в центре нашего города. Были недавно отремонтированы, также на бюджетные средства. Считаем, что данные действия чиновников полностью противоречат требованиям вашего майского указа, целям и задачам федерального проекта развития детского здравоохранения в программе «Десятилетие детства», лишая самую защищенную категорию наших маленьких граждан права на квалифицированную медицинскую помощь, а иногда и право на жизнь. Мы пытались решить нашу проблему на уровне региона, направляя множество обращений в самые различные областные. Губернатор, председатель областной, Минздрав, Прокуратура, Общественная палата города и области, полномочному по правам ребенка и другим. Но нас не слышат, поэтому, Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда. Пожалуйста, помогите вернуть нашим детям больницу и поликлинику. Не расходимся. Дети, крикните, пожалуйста, верните нам больницу. Отдельно. Только хором. Раз, два, три.